Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Это последнее видео в неделе совместных роликов с Полиной. И сегодня мы подготовили для вас любимую вашу рубрику, где я готовлю для Полины приятные подарочки. Сегодня мы будем открывать, опять же, тематический бокс, только уже не Hello Kitty, а черный. Мы даже вот так по тематике с Полиной оделись, все в черный цвет. Я подготовила для Полины множество приятных подарков именно черного цвета. И буду дарить дальше боксы тематические, раз вам нравится такая рубрика. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы смотреть видео первыми. Мы надеемся, что вам этот ролик понравится, и мы приступаем к распаковке. Кстати, перед этим не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что туда я выкладываю очень много всего, и в этом ролике я спрятала для вас 4 эмодзи. Если вы их найдете и отправите в директ в инстаграме, вы получите очень-очень крутые призы. А какие? Мой инстаграм тоже в описании. А какие призы? Да-да, обязательно на нас подписывайтесь. Вы узнаете в наших сторис, поэтому мы можем начинать. Поехали! Ребята, я не успела снять реакцию Полины, как она увидела все, что я для нее взяла. И, кстати, не только для нее, мы разыграем для вас один из подарков, который лежит прямо вот тут вот. Вот этот набор огромный откроет сегодня Полина и посмотрит, что же там ей в конце концов попадется. А вот этот набор я разыграю в своем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. Вот этот набор может получить один из вас. Поэтому срочно переходите в мой инстаграм по нику или по ссылке ниже в описании. А мы приступаем к распаковке бокса. Ну или вообще, с чего ты хочешь начать, Полин? Я хочу начать с бокса. Хорошо, давай начнем с бокса. Итак, черный бокс, погнали. Та-дам! Что тебя тут встречает? Я вижу черную маску, угу. Медицинскую, которая ничего не защищает. Но она не медицинская. Дальше я вижу книжку. Угу. Страшно. Да, это в твердом переплете, Полин, прикинь, наконец-то. Да, так ты прикинь, это реально вот мне недавно, наконец-то пришла книга в твердом переплете, и я сама ее, ребят, конечно же, написала для вас, написала все страшные истории, которые происходили с вами, которыми вы делились со мной в инстаграме, истории, которые происходили со мной, и тут очень много всего интересного. Открой спойлер, там был спойлер. Итак, последний вираж. Там очень страшные истории, поэтому я вам советую приобрести. Конечно, ты уже начала читать, причем Полина начала читать с книги, которая не в твердом переплете. И как бы, скажи честно, истории страшные? Страшные, мне нравятся. Я перед сном читаю. В общем, ребятки, по ссылке ниже в описании можете купить. 20 тысяч рублей. Без денег не обошлось. Ну, конечно, я недавно увидела, что у тебя там деньги на карте закончились, Полиночка. Поэтому тебе вот такой вот приятный подарок, чтобы Спасибо. Ты купила себе покушать в школе. Ну, уже летние каникулы начались, но мороженое. Все равно. На будущее, вот как с сентября будешь покупать мороженое золотое. На эти 20 тысяч рублей. Спасибо, Кэрри. Так, дальше у нас. Так, дальше я вижу палетку Black от Stellery. Да, от Stellery Cosmetics. Черная палетка теней. Я заметила, что ты любишь у нас сейчас такой стиль и любишь подводить глаза темными оттенками, поэтому я тебе дарю такую палетку. Что скажешь, как тебе вообще оттенки, нравятся? Сейчас откроем, посмотрим пигментацию. Цвета мне нравятся. Ой, как мы заговорили, пигментация. Так, вау. Ну да, конечно. Отлично подойдет. Да, палетка очень насыщенная, поэтому да. Я уверена, что тебе она понравится. Да. Да, офигенные цвета. Да, угу. Спасибо большое. Также я не нашла, ребятки, черного наполнителя, но взяла именно такой. Он подходит под сам цвет внутренности я коробки. Я вижу. Это патчи? Это патчи для глаз, черные. Черные? Да, просто офигеть. Вау. О, так там сразу еще специальная штучка на голову Прикол. Надевать. Да, сразу. Я не знала, кстати, что она там лежит в подарок, и обидно, что она не черная. Но я не знала, ребятки, так что засчитываем. Откроем патчи, покажем, что они... Не откроем. Не откроем. Но они черные. Хорошо. Спасибо. Давай дальше, убираем наполнитель. Я вижу. Черный слайм. Слайм. Угу. Ладно. Открой, проверь вообще, как он тебе. Нравится, не нравится? Что ты мне дашь за такой слайм? Я тебе дам поп-ит, а ты мне что дашь, помимо слайма? Simple Dimple. Ну чё, как тебе? Прикол.
Нормальный? Блин, с этим сфоткаться можно как-нибудь на лицо налепить и сфоткаться. На лицо налепить? Для этого есть черные маски, красивые тканевые, Полин. Они слаймы. Нормас, как тебе? Да. Все, супер. Спасибо. Дальше я вижу Candy Clay, который был популярен в 2018 году. Да, это как полимерная глина, ты из нее лепишь, и как бы это высыхает. Специально черного цвета тебе взяла. Слеплю, что-нибудь слеплю. Что-нибудь слепишь, чокер себе слепишь, как раз там тянется чуть-чуть. Дальше я вижу... Наконец-таки, твои любимые шоперы. Шопер, мне очень понравился этот принт. Да, прикольный. Офигенный, поэтому вот, Полина в последние дни начала носить шоперы, поэтому... И в последний год я ношу. Ну, год носишь, да. Ну, я взяла тебе сейчас только, немножечко опоздала, правда? Прикольно, да не, я все еще ношу. Давай, спасибо. Так. Дальше. Я вижу очень крутые сережки. Сережки, это как гробики. Черный у нас такой тематический бокс. Померяешь потом эти сережки, обязательно в инсте покажешь. Также тут присутствует Каренин волос. Да? Погоди, погоди, это я оставила улику. Прикольные. Пометила, так сказать, что я эти сережки трогала. Дальше. Дальше я вижу. Ну вот, речь шла о попытах. Тебе черный поп-ит. Да. Прикольный. Вообще офигенный. Я черные попыты вообще не видела. Только всякие радужные, цветные и прочие. Это самый красивый. Да. Ну ты на штанах там вряд ли будет слышно, но попыт офигенный. Да, супер что вообще. Ты не дашь за вот такой вот black попыт. Я тебе дам black что-нибудь в этом боксе. Спасибо. Давай, доставай дальше. Я вижу звездочный черный блокнот. Да. Клетку. Угу. Который вот так вот, оп. И он еще темнее становится. Да. Ага. Спасибо огромное. Так, давай, дальше. Я вижу L'Oréal Paris. Ну, у тебя же белые локоны, так сказать. Можешь попробовать окрасить их. Это черные, да, но она смывается. Тебе прикольно, кстати, пойдет очень. Если ты черные прятки себе сделаешь, будет вообще прям классно. Не знаю, ладно, спасибо. Не за что. Дальше. Дальше я вижу какую-то коробочку. Это у нас, я очень прям запихивала, но это идеально поместилось. Это самодельный набор для того, чтобы ты сделала вот такого вот черного единорога на стену. Прикинь, это вообще зачетная штука. Он такой объемный будет, и это идеально выглядит. Единорог Вальдемар. Да, единорог просто, блин, кстати, офигевший. Да, так что такие большое дела. Не за что, Полина. У тебя теперь есть много черных вещей, да. Полиночка моя дорогая, и мы... У меня есть лизун. И у тебя есть еще один нераспакованный набор, в начале которой ты решила не открывать. Поэтому мы сейчас откладываем красивенький слайм, который ты будешь жмякать после ролика, и открываем этот набор, который, кстати, ребятки, на минуточку очень не так многовато стоил. Он вот тут вот лежит. Это у нас, я так понимаю, да, я посмотрю, это у нас набор с куклами или с куклой с одной. Давай посмотрим, откроем. Я знаю, что есть ребята, которые смотрят это видео, они разбираются, но я решила взять этот набор и посмотреть, как Полина его откроет. Я вообще первый раз такое вижу. Тут написано... Мы с тобой видели в детском мире, помнишь? 20 surprise. Угу. Англичанка. Rainbow surprise. То есть радужные сюрпризы. Так, окей. Угу. Я беру вот так вот, оп. Срываешь верхний слой, и тут сразу тебе что-то попадается. Что тебе попадается? Давай возьмем. Ладно. О, тут они прилеплены, да? Да. Давай, открывай. Первый пакетик, и тут я вижу какой-то платочек. Это... Носочки? Носки. Покажи, как выглядят. По размеру мне. Тебе как раз, да? Буду носить Всё. На пальцах. Идеально. Дальше я вижу большой пакетик. Там, скорее всего, аксессуар какой-то лежит. Тут лежит бутылочка. Причем большая такая, красивая бутылочка, розовая. Посмотрите, ребят, прям очень красивая бутылочка. Дальше. Следующий пакетик, и тут у нас лежит прозрачная куртка. Ага, слушай, красивая прозрачная куртка. Так-то, дай покажу подписчикам. Вот такая вот, ребят, это как дождевик, очень красиво выглядит. Следующий сюрприз у нас, вау. Вау. Это ролики. Слушай, мне нравится этот набор большой, если очень честно. Крутые, он прям суперский. Ролики. Ага. Дальше у нас каких-то 4 пакетика, и тут порошок. Порошок, ну давай откроем. Не, давай не будем, давай прочитаем. Хорошо, давай отложим, посмотрим. Дальше еще один большой пакетик, и тут у нас есть
лежит. Тут у нас фанта, только фарта. Специально, чтобы не называть фанта, назвали фарта. Или это может быть и есть фанта, просто буковку N такую сделали, похожую на R. Красиво. Ладно, это как сумка дальше. Фанта. Открываем дальше. И тут у нас еще один пакет. Тут тоже какие-то порошки. Ага. Вот так вот выглядят, ребята, эти порошочки. Они все радужные, слушай, красивые. Зачем они нужны? Чтобы в баночку, возможно, что-то. Давай посмотрим, откроем этот набор полностью. А теперь открываем, что там лежит внутри. И там у нас... Вау! Охренеть, какая огромная. Я думала, она поменьше будет. Вот такая вот у нас тут кукла лежит. Да, только ее нужно аккуратненько открывать с помощью ножниц. Посмотрите, ребята, у нее такие нежно-персиковые волосы. Сейчас Полина откроет, я вам покажу вблизи. Вернемся к вам, как распакуем эту куклу. В общем, дорогие мои, вот так выглядит эта кукла. Она больше, чем я думала, я вам уже сказала об этом. У нее волосы там с такими пластмассовыми штучками, которые мы с Полиной будем открывать после этого ролика, потому что это очень сложно. Мы, ребята, прочитали, зачем нужны эти порошки. Оказывается, из них делается слайм. Не знаю, насколько... Ну, как там написано в инструкции, не слайм, а слизь, а вот это что-то другое. Это, по-моему, какие-то хайлайтеры для куклы, то есть что-то в этом роде. Пусть знатоки напишут нам в комментариях, кто шарит за этот набор, вообще для чего нужны эти порошочки. Но я так прочитала, что слизь нужна. Вот, поэтому, дорогие мои, такие дела. Спасибо большое, Карина. Да не за что, прикольно. Да, да, да. Ребята, я знаете, что решила? Я в своем инстаграме сделаю слизь из этого порошка, поэтому все переходите в мой инстаграм, подписывайтесь и смотрите, как я в сторис сделаю эту слизь. Ну а мы хотим сказать вам огромное спасибо, что досмотрели наше Black-видео до конца. Мы сейчас с Полиной будем разбирать все эти черные товары, разбираться, что к чему, раскладывать все в наши комнаты с огромным количеством вещей. Вот, спасибо, что досмотрели этот ролик, и всем пока-пока. Пока.